знают о том, что беременность чревата сюрпризами. То будущей маме вдруг захочется чего-нибудь эдакого, вроде ванны с молоком верблюда, то она незаметно для себя съест всю известку со стены, или вдруг решит, что ее ребенку пора развивать музыкальный слух, поэтому отец чада обязан петь частушки ее животу трижды в день. Животные более спокойно относятся к своему интересному положению, но это не значит, что их беременность не может преподнести сюрприз для окружающих. Например, недавно один золотистый ретривер, правда не чистокровный, но очень удивил своих опекунов из Новой Зеландии. Красивую, ласковую и очень беременную Розиту волонтеры приюта подобрали на улице. Когда она была доставлена в центр спасения, волонтеры поняли, что собака нуждается в помощи и может родить буквально с минуты на минуту. К счастью, ветеринары были готовы к родам. Рози была относительно здорова и ничего не предвещало неприятных сюрпризов. А вот от приятных неожиданностей, как оказалось, никто не застрахован. Когда дети собаки, наконец, стали появляться на свет, Кэти и Джон, опекуны ретривера, не могли поверить своим глазам. Потому что Розита решила родить четвертых маленьких – телят. Нет, это не шутка. Волонтерам на самом деле показалось, что отцом этих малышей был какой-нибудь вольный бычок. Уж очень они были не похожи на свою золотистую мать. В свое время Кэти и Джон помогли десяткам собак, но такого курьеза с ними еще не случалось. «Наша золотистая девочка вчера родила», — напишут они чуть позже в соцсетях. Не совсем тех, кого мы ожидали. Четырех бэби-коров. Пара отправила веселое фото новой семьи в Reddit, где его лайкнули более 90 тысяч человек. Все поздравляли молодую мать и желали ее пестрому приплоду большого собачьего счастья. Кстати, сама Розита вовсе не чувствовала себя смущенной от того, что дети на нее не похожи. Она заботливо ухаживала за ними и кормила их вкусным молоком. Всех четверых бутузов, которых люди назвали Дейзи, Клорабель, Бетси и Му, никто до сих пор не знает, кем был отец малышей, но одно можно сказать точно – это не был золотистый ретривер. Щенки росли не по дням, а по часам. И вот уже появились люди, которые выразили желание подарить им теплый дом. На сегодняшний день всех собачек уже забрали из приюта, включая саму маму-героиню. Мы очень надеемся, что вам понравилась эта история о неожиданном рождении коровистых ретриверов-полукровок.